Задержанный экс-старший участковый уполномоченный межмуниципального отдела МВД России Азовский майор Роман Лобанов пробудет в СИЗО еще 2 месяца, до 4 марта. Материалы уголовного дела передали из Азовского городского суда в Ленинский районный суд Ростова-на-Дону. Напомним, азовский полицейский 2 ноября сбил 22-летнего Руслана Попова, который шел ночью по трассе Ростов-Азов. Он погрузил молодого человека в машину и вывез в лесополосу. Затем автомобиль полицейский оставил у одного из домов в дачном поселке Мичуринец-3. На допросе Роман Лобанов рассказал, что изначально Руслан был еще жив, и он решил отвезти парня в больницу. Но по пути молодой человек скончался, и тогда полицейский испугался и решил избавиться от тела.